Это просто ужасно, друзья. Как такое могло произойти, никто не может понять и рассказать. Подписывайтесь на наш канал. У нас есть что рассказать вам сегодня на нашем канале. Сегодня в российском шоу-бизнесе сообщили о страшной трагедии. Несколько дней назад пропала без вести всем известная российская артистка и юмористка Светлана Рожкова. Ее любила вся страна. На своем личном автомобиле она выехала в Подмосковье к себе в загородный дом, но, к сожалению, туда так и не доехала. Ее родственники обнаружили ее автомобиль в лесополосе недалеко от загородного дома. Ни актрисы, ни документов, ни денег, ни мобильного телефона в автомобиле не было. На месте происшествия до сих пор работают сотрудники полиции и следственно-оперативная группа выясняет обстоятельства этой трагедии. Куда пропала Светлана Рожкова, никто не знает. Подробности этой жуткой трагедии, друзья, появятся уже завтра рано утром на нашем канале. Вы будете шокированы от этих новостей. Берегите себя и будьте всегда с нами на нашем YouTube-канале.